Так, да сука, что такое со звуком? Ну реально это что-то с игрой, потому что если бы было фигово, в смысле, что-то там с микрофоном, с прочим, то, скорее всего, было бы гораздо, гораздо меня хуже тоже слышно. А тут именно музыка. Ой, именно игровые звуки. Давайте все тогда потише сделаем. Оп! Мобил есть? Сразу вижу, нет. Так, это ящики. Благо, пока они не такие шустрые. Ладно. Идем к цели, что я могу сказать? Давайте нажимать Q. Правда, я еще не... А, вот, наверное. Удерживайте R. Да уйди. Ага, он подремонтировал ключ гаечный, да? А, наверное, ремонтные инструменты по этому используются. Бляха-муха. Бляха-муха. Ну, они же мне не дадут. Нормально, что поделал. Давайте возьмем вот эту пушку. Ой, пушку, говорю. Пушку-орушку. Оу, е. Сейчас энергия восстановится. Выносливость. Долбим по головам. Опять он... Да сколько вас тут, ребят? О, самоубийца там прыгал. Блин, ну это нереально, слушайте. Это реально нереально. Не, нафиг. Это невозможно. Они тут, их слишком тут много. Я, конечно, все понимаю. Ну ладно. Побежали отсюда, нафиг. Пытайтесь занять безопасную зону, да? Или что-то в этом роде мне сказали. А Q-то как? В чем принцип работы Q? Так, стоп. Ну-ка, R нажимаем. Да, детали используются при этом, видимо. Ну хорошо, будем экономить. Так. Ничего пока интересного я здесь не вижу. И нам надо туда попасть. Но в этом не должно у нас возникнуть сложностей. Потому что это очень легко, мне кажется. Надеюсь, он сюда-то сможет. Да, нормально. Тогда все просто шикарно. А можно было из крыши прыгнуть сюда. Да, прыгнуть. Окей, Джейд, I'm here, along with some infected. Watch yourself, Crane. Мутантов тоже. Осторожно. Типа надо их замочить. Хорошо. Всё, помог или нет? А этот еще жив. $57. Ой, не на ту кнопочку. Так, стоп, а у нас, кстати, в инвентаре сейчас посмотрим чертежи, что-то у нас. Аптечка. Я даже не знаю, где на здоровье сейчас. Коктейли Молотова. Бечевка. Бечевка. Так, инвентарь. Так, гвозди, жестянка. 4x изолента. Изолента. Итак. Давайте получше сейчас подразберемся здесь. Урончик у нас здесь есть. Стоимость $109. Я не знаю, что это значит. Это, видимо, ремонт. Ремонт. Что же это значит? Ремонт. Разобрать. F6 улучшить. Починить. Улучшить. Здорово. Подождите, блин, что-то мне там важное написали, я что-то пропустил. Ну ладно. F еще раз. Ой, не F, а... F6. О, да. Значит, читаем урон.
улучшение. Ну вот здесь, видимо, какие-то, ну, улучшения. Я не знаю, что это значит. Обращение, прочность, свободный разъем. Ничего не понятно. Так, стоимость 20. Так, ну значит, эта штука дороже, значит, она, наверное, лучше. Бросить, разобрать. Можно починить. Ее можно починить. Ремонт. Ну, что это за циферки, я не очень-то пока что понимаю. То есть, у меня нет пока... Немного непонятно, как их добывать, что с ними делать. Ну, коллекцию нажмем, посмотрим, что тут у нас. Предмет пока не найден. Ну, здорово вообще. Что особенного здесь? Чертежи сейчас еще разочек глянем. Задание, инвентарь. Ладно, разберемся. Скоро сдох. Я не хочу просто гаечный ключ тратить. Ну, ладно. До сих пор не внукаюсь. Во, вот так, наверное, надо. Надо так энергия расходуется. Да он вообще... Ну-ка. Да сдохнет. Вау. Наконец-то. Оу, oh, yeah. А, держать надо. $19. Доллари. Вот здесь, наверное, что-то нужно глянуть. Ну, в ящиках... Ничего смотреть нельзя. Я так и не понял, зачем нам ку это нужна. Вот здесь, видимо, что-то, да? Да, смотрите-ка. Ножка стола. А почему он меняет, если у нас же много этих слотов? Нет, смотрите-ка. Инвентарь, вот. Почему? Снаряжение, оружие, ножка стола. А вот сюда-то почему ничего нельзя поставить? Интересно. Но... А, кстати, надо сравнить их. Сравнить быстро нельзя никак. Вот тут пишется. 24, 25, 60. То же самое, только здесь зелененьким. Так, ножка стола. Ножка стола у нас урон 19. А, труба у нас... Тоже урон 19. А, подожди, стоп. Бляха ты, муха. Так, еще раз смотрим. Ножка стола 19. Ножка стола, вот она. А это у нас сколько? 24. Ладно. Так, ладно, идем сюда. Наверх никак. Посмотрим, может, здесь что-нибудь есть. На крыше, говорят, там сундуки всякие. Но здесь, походу, что-нибудь. Ладно, входим уже. Такой вежливый. Стучится. Опа. О, man, I think it's too late for this guy. Shit. All right. Finish it. Just don't let him suffer. Паркурщик. Обалдеть. Вау. Полегче, чувак. О! Стоп, у меня здоровья-то нет. И как нам что делать? А аптечки создать. Ну. Почему не создает? Или он создает? Окей. Стоп, подождите. А как ее применить-то? Инвентарь. Так. Три аптечки. Нахрена я одну использовал? Стоимость 100. Использовать. А горячий клавиш что, нет, что ли? Параметры. Игра. Смена оружия. Походу нет. Ладно. Приготовились. О, как я вовремя нажал. Я даже нажимать-то не хотел. You still need to turn on the light. That's the only way to make this place safe at night. О! Что-то там какой-то ключ. Трубчатый. Не понял, что написали. Так, валим отсюда.
нам показано куда-то сюда. Ладно, давайте. А, подожди, стой, ты к нам внутрь, наверное. Да-да-да-да-да, все правильно, что-то я не туда куда-то. Так. Черт. Хм. То есть получается это что? Во. Трубный ключ. Урон 39. Очень круто. Хранилище. Можно его заменить, правда, на что? А, так. А, нет, подожди, стой, 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 стой. Рюкзак. How's it coming? Got the lights on? Almost. Just give me a second. Сейчас, погоди. А вот у нас тут кое-что было. А, подождите-ка, инвентарь. А, где-то здесь было. Вот. Снаряжение. Выбрать. В смысле выбрать? А что я сделал? Как его использовать-то, я забыл. Типа... Я что-то не понял. Я что, все в хранилище, что ли, слил? Рюкзак. Нет, все нормально. Другое. Угу. Чтобы отвлечь мутантов. Да, интересно, как? По-моему... РТ... О, фонарик. О! Че ты тут нажал? А, да, кстати, вот, надо глянуть. Это я буковку Т нажал? Нет, У. Вот эту. А, инвентарь. Навыки. Смотрим дерево навыков. И тут есть обучение. Подробно. Да что это такое? Надо что нажимать-то, там не говорят. Да вы что, шутите? Я что-то не пойму. Что нажимать-то, когда долбить этими сюрикенами-то? Или что это такое-то? Ну, может быть, у нас их нету. Да не, вроде есть. Сука, я не пойму, что делать. Сейчас выйдем, разберемся. У меня вообще оружки нет почему-то. Так, нам в какую сторону-то уже? Здесь выйдем. Вот, смотрите. А это чё? Здорово. А, вот, смотрите, 5 штук этих. Но как их, ёпарсеты, достать? Немного вот этого непонятного. Опа, чё это сделал? Угу. Так. Задание. Блин, ну как же... Как же это использовать? Снаряжение. Коллекция. Хм. Знаете что? Вообще там пишут нам... сейчас покажу. Так, это карта. Присесть. Ну, очень странно достаточно. Может как-то... Я даже не знаю. Я уже все клавиши перенажимал. Может быть, как-то вот сюда, наверное. Да, скорее всего. Давайте попробуем. Это мы тут открыли способ быстрого перемещения. Карта как у нас? М. То есть мы можем, наверное, быстро перемещаться, как тоже в Far Cry, вышки всякие там. Сейчас мы еще... Я пытаюсь просто разобраться в игре. Так, аптечки. Отмычки. Нет, смотрите, в рюкзаке у нас все это, да. Одежда. Хранилище. Хм, непонятно что-то. Ну ладно. Я понятия не имею, короче говоря. Доберитесь. Нас пишут. Может быть... Ёпарасете. Сука, как это отменить? Твою дивизию. Бляха ты мне. Короче, надо было нажать на... Правую кнопку, ой, на СКМ. Среднее колесо мыши. Так, в тачках тут ничего. Ну, по машинам можно будем перемещаться, по бензинчик. Бензин.
Стоп, горящие люди, подождите, а нам же... Нам по сути там в другую сторону. Мы что, горим, что ли? Почему он у нас наносится? Нам вот в это здание, по сути дела. Сейчас он спрыгнет отсюда. Или можно здесь как-то по лестнице забраться, да? Что вы думаете? Нет, здесь, наверное, нельзя, скорее всего. Ладно, полезли. Не ищем легких путей, как говорится. А, собственно говоря, нам не, пока что не дают на дальние дистанции перемещаться. Безопасная зона. Перемещение. Можно переместиться, как вы видите. То есть, это очень интересно. Но карту... То есть, тут надо открывать. Вот они, эти безопасные зоны. Трава. Трава. Какая-то трава там, видимо. Лекарства, может, я понятия не имею. Металлические детали. Больше пока что ничего. Там зомби наверху будет, да, здесь? И здесь никого нет, к счастью. Вот, пожалуйста. Нам, собственно говоря, сюда и надо, наверное. Хотя нет, нам сюда не надо. Так. Блин, было обучение, но я его пропустил. Замок. В чем прикол? Ну, пожалуйста, обучение пропустил, потому что зомбари меня толкнули. И ни хрена не могу сделать. Что происходит? Да блин, да расхреначь ты его. Ладно, потом на записи посмотрю. Вот так вот бывают такие косяки. Особенно у меня. Ну что же, нам наверх, наверное. Пардон. Оу, е. Свяжемся с ВМГ. Ой, наоборот. ВГМ. Okay, I met this doctor, scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer, and he's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover and secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority, though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. And Crane, thank you. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. There's another car close by. Got it. Здорово. Сейчас еще кое-что со звуком попробуем. Игра. Так, мы звук-то применили. Оу, е. Наверное, я не знаю. О, в жопу этот звук ссаный. Баганый, блин, бесит. Так, сука, чё так пердит звук? Infected are all over the street. So what does that tell you? Keep... Бляха ты муха, я не могу уже. Мне это бесит. Еще тише давайте делаем. Off the street. Да насрать очень. They're all around the car, Spike. You still have some firecrackers, don't you? Just throw something to the crowd. Dead bastards are easily distracted. Нажмите один, чтобы взять. Блин, ну удерживайте один, все ясно, короче. А, СКМ, среднее колесо мышцы. Мы знаем. Так, только надо подумать сначала, куда нам бежать-то сейчас. К машине. Хорошо, давайте тогда. Я и киданул, конечно.
Да, звук, конечно, жуткий. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче, ребятушки. Такое ощущение, вторжение планетян прям. Звук такой ссаный. Так, там зомбарей очень много. Давайте куда-нибудь. Чё-то я рановато, ну ладно, давай. Быстрее, пожалуйста. Like, these freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? I told you, they're only for the night. Shit. Okay. What? What ты doing? Так, так, подожди, стоп, а нам надо активировать цветовые ловушки. Это очень интересно. Здесь, смотрите, я посмотрю, очень много центра, да? Че тут у нас дверь какая-то? Ладно. Полегче. Очко навыку, однако, у нас. И теперь мы можем идти в навыки. Ловкость. Под очко навыка только для ловкости у нас. Пока что. Показать дерево навыков. Уклонишься от атак. А, подожди. Подробно. Чтобы использовать уклонение, нажмите пробел. Так, а сейчас это нам недоступно. Интересно. Бечевка как раз таки. Сигареты. Сигареты. Чертежи. Нам для чего-то там бечевка нужна была, по-моему, для отмычек. Металлические детали. Коктейль молотов, бечевка, алкоголь. Нет, теперь выжрали все. Либо для аптечки сделали, наверное, скорее всего. Ладно, навыки глянем. Что-то у нас... давайте купим. Безусловно, купим навык. Иги. Ага. Вау, здорово. Так, хорошо. Так, теперь нужно выбраться отсюда. Вот тут, наверное. Закрыто. Заперто. Не подлежит открытию. Вау, саданули меня все-таки. А как там надо? Надо не нажимать вперед, а вот так вот уклоняться. Давай, достань меня, засранец. С парашютом нельзя тут прыгнуть. Так, кстати, нам далеко нет. Карта М. Может быстро переместиться. А, так я совсем рядом, ёпта, чё я? Чё я, ёпт? Ёпт. Чё, я лох, что ли, не добежать? Ёпт. Куда нам? Наверх, судя по всему. Кстати, давайте возьмем. Бляха, ты мог куда бежать? Сейчас понаблюдаем. Опа, нифига. Повышен уровень силы. Оу, е. Вау! Там закрыто. Че он сказал, взорвать или взломать? А, типа, понятно. Нам туда тоже нежелательно наступать. Ладно, не будем тут все трогать. Мне кажется, тут битва какая-то будет. Слишком уж много всяких этих шабалонов и прочего дерьма. А, точнее, наоборот, полезных вещей. Все, мы уцелим. А, не, подожди, мы не уцели. Нам как раз вниз-таки. Как раз вниз-таки, а надо было, наоборот, сказать, как раз-таки вниз. Ну хорошо. Так, вот. Используем. Самое главное, самим не ослепнуть.
Им это не нравится, я так понимаю. А, нужны отмычки. Так, отмычками я пока не буду пользоваться, потому что я не прочитал, видимо, что там с ними делать. Урона не наносится, это очень круто. Давай, иди сюда. Проверим новый ключ. Да ёп! Ладно. Останавливается у нас, когда мы бежим. Так, ну что, далеко нам? Да нет, все под рукой. Либо это просто карта такая огромная, что кажется, что все под рукой. Все очень близко. Да, мы не допрыгнули, но ничего, бывает. Надо подумать, куда нам лучше. Нам очевидно сюда. А, подожди, так мы на нужном уровне. Все элементарно. Войс. А, Волтен. Волтейдж. Хайдж. 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 Здорово. Да, надеюсь, я допрыгну. До. Уже темнеет, если вы заметили. Вот, ну звук сейчас вроде более-менее. А до этого вообще ужасно было. Так. Нам наверха. Но... смогу ли я допрыгнуть? Вот сюда, как вы думаете? Ой, слушайте, это круто! Как... сколько времени, лет прошло, но не разрушилась данная конструкция. Да ладно, прям туда? Да я крутой. Ну какой крутой, да? Уже умею. Так, а там вроде еще какая-то была, нет? Видимо, это одна и та же. Так, я не понял, а где он сказал с балкона меня видел? Вот с того дома, что ли? Да. Там классно, в лесу, там никто тебя не достанет, я смотрю, там горы. Так, ну чё, вот в мешки прям. Ёп, твоя дивизия. А, так это заскриптованный, типа, да? Так, темнеет, поэтому надо двигаться раще. Нет, стоп. А если я шифтом... За мной кто-то... А, да не, они даже не спешат. Нормально. Подождите, я пробежал, походу. Надо... Так, аварийное... обесточивание. Починить ловушки. Так, а нам, походу, внутрь, да? Нет, нам не внутрь. Ну хорошо. Значит, вот это. Это наша тема. Точно как Far Cry, похоже очень просто. Так. Fuck, Spike, the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Not again. Alright, listen. There's a power substation near. Go check it out. Мне написали до этого прям в задание обесточьте. Бляха, муха, они что-то какие-то. Уже лечу в прямом смысле. Так, ну чё, как мы тут обойдем-то? Как вы думаете, оббежать надо или вот тут можно как-то? Что вы думаете по поводу этого? Давайте попробуем. Честно, они на мой свет, моего света боятся, как вы думаете, от фонаря? У меня он не ультрафиолетовый, но нам ничего не говорилось про ультрафиолет. Музыка реально здесь стала напряженной какой-то. Как-то действительно все так напряженно стало. Прям все напряженно стало. Так, надеюсь, эта сетка не под электричеством. Так. Мне не нравится то, что здесь очень много баллонов.
Да блин, кто-то пердит, а. Так, у нас есть неиспользованные очки навыка. Точно, навыки. Теперь для этого прям по очереди. Посмотрим, что тут у нас. Не понял, что-то не особо мне-то нравится, ничего, точнее, не зацепило, скажем так. Блин, ебуе! Ёб твою дивизию. Подождите, у нас там какой-то навык по этому поводу вроде бы был. Вот он. Так, чтобы использовать уклонение. А, все, значит. Блин, в этом же месте прямо, посмотрите, это же есть этот чувак. А, типа. Ой, это я зря сделал. Просто все потратил. И как мне его убить теперь? Придет подходить к нему. Ну-ка. Оу-е. Ха-ха. Здорово. Так, а может тут какие-нибудь баллоны есть? Хрен вам. Слабак. По голове заехать. Сука, промахнулся я что-то. Полегче. Вау, вау, вау. Чуть не задел. Быстрей. Упрыгал. Что называется. Так, а у нас же есть еще 9 штук. Вам покажу. Во. А подожди, так она не взрывается, наверное. Она просто отвлекает. Во, полегче. Голову долби ты ему. Это, по-моему, хороший ключ. Оу, е-е-е. Подскочил. Так. Сейчас проверим, что там у нас. Что у нас? Самое такое ненадежное, прочность. Вот тут тоже хорошая. 16 из 30. Коллекция. Бросить, улучшить. Труба. Не, подожди. Давайте вот так лучше. А она, по-моему, одноразовая. Ну ладно, давайте, а если... Обалдеть. Ну не знаю, не знаю. Давайте возьмем, ладно. Так, он нам не дал тут закончить дела наши. Не понял. Яхом, что там написали? Что делать-то? А что там кубы, что-то написано? Что-то, чтобы использовать. Так. Найдите. Щит. Да? Оу, щит. Хорошо. Так. Шестеренки какие-то тут. Этого еще должно. Кстати, того мы не обыскали. Совсем забыл. 149, нормально. Пока нам это ничего не дает, и ничего не покупал. Блин, я не пойму. Так. А, ну хорошо, нам сюда куда-то здесь. Здесь вот я смотрю, тоже какой-то есть. А давайте испытаем на нем. Вот эту вот штуковину. Обалдеть, она бесконечна. Так. Не, не будем. Так лучше. Так-то лучше, да, друзья? Здесь надо что-то посмотреть.
Вот. О, все ясно. Найдите силовой распределительный щит и устраните проблему со светом. Так я вроде нашел. Вот он. Сжать надо, честно. Я жму. Все шикарно вроде бы. Использовать. Нас там уже наверняка ждут снаружи. I've got the substation reset, but if the grid shorted once, you know it could happen again, right? You leave the electrical engineering to me, okay? Just get your ass to a safe zone. You're gonna have to spend the night there. Бегом. Стоп. А, подожди. А почему я переместиться не могу? Смотрите, перемещение. Или нельзя? Ну, масштаб. А почему я не могу переместиться? А хрен его знает, да, друзья? Так, ну ладно, давайте смотреть, как тут лучше проходить. Так, сейчас по прямой. А, чисто прямо, короче. Самое главное не сбиться с пути. Не понял, что это было, ее просто. Не, наверное, с фонариком получше будет. Так, ну, у нас достаточно смелый герой. Там зомбарек был только что. Я его видел. Походу, он меня тоже. Бляха ты, муха. Что ж ты не допрыгиваешь-то? Периодически надо будет открывать карту. Ну ничего. Запаркурим. Нормально. В принципе, тупиков здесь не должно быть для нашего главного героя. Он у нас мастер в этом деле, мне кажется. Буквально взял пару уроков у этого. Джейс... Блин, я забыл, как его зовут. Кстати, твою дивизию. Чё-то какие-то они не очень активные, не очень страшные, как я думал. Может быть, урона больше наносит просто. Так, тут самое главное запрыгнуть. Как это все разработчики делали, прям на каждый объект и прочее. Хрень. Я имею в виду, что можно было забраться на каждый объект. Но не тяжело. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, скатился я. Катился я как... Что, ведь оригинальное хотел сравнить с чем-нибудь оригинальным. Там на заборчике может стоять. Это круто, с одной стороны, кстати. То, что он может на заборе стоять, а не падает вниз, потому что можно оценить обстановку и сразу решить, прыгать дальше или идти назад. Так, ну вот мы и добрались. Ничего сложного. Пока что никакого мяса жесткого нет. Быстрей, быстрей в дом. Ага, типа он Конечно, хорошо. You awake? Spike, what's going on? Something bad happened. We need to talk. Okay, give me a sec.